Юрий Гагарин очень любил своих родителей, особенно маму, Анну Тимофеевну. Находясь далеко от родного дома, постоянно присылал письма. На конвертах имя матери, письма всегда были адресованы ей. Первое написал из Люберец, задуманное осуществил, подал заявление в 7 класс Люберецкой вечерней школы. Юрий Гагарин писал о том, что объясняют учителя очень хорошо, он старается слушать внимательно, так, чтобы дома только закрепить материал. А в следующих письмах известие об отличной учебе и то, что в ремесленном деле тоже преуспевал, шел в первых рядах и по теории, и по практике. Подтверждение этих слов – свидетельство об окончании Люберецкой школы рабочей молодежи, в котором только отличные оценки. Документ хранится в музее Гагарина в Люберецком техникуме.